Мама, мама, ты одна, не предашь и не разлюбишь. В мире этом и другом ты всегда со мною будешь. Я к одной тебе иду, сердце раненое. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Мама – первое слово, которое произносит маленький ребенок. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности, верить в успех. Самое маленькое из того, что мы, каждый из нас может сделать, это поздравить свою маму, подать весточку, если она далеко. Это самый лучший будет подарок для наших мам. В наше такое неспокойное время семья является таким островком, в котором мы можем отдохнуть, расслабиться после работы, пожаловаться друг другу, поддержать друг друга. И чем сильнее авторитет матери, чем больше уважения в семье к женщине, тем уютнее этот маленький мир. За активную жизненную позицию, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери медалью «Материнская слава Ямала» была награждена Таисия Семибратченко, мать четверых детей. Благодарность губернатора Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, почетные грамоты и благодарственные письма главы Губкинского и городской думы во время торжественной части праздничного концерта получили еще порядка 15 губкинских женщин. Одна из награжденных – Юлия Садченко, счастливая мама трех сыновей и одной дочери. Женщина отмечает, что если бы не надежный любящий муж и помощь мамы, ей было бы нелегко расти своих детей. Своей маме и всем мамам я бы хотела пожелать в первую очередь здоровья, силы, терпения, чтобы воспитать деток. Главное предназначение каждой женщины – стать матерью. Для каждой мамы успехи ее детей всегда главнее и дороже собственных побед. У меня дочка здесь выступает. Я буду смотреть, как она будет танцевать. Я ей очень горжусь, потому что мне приятно. Она очень красиво поет, танцует. Мать – это для каждого человека так важно. Посвятить этому праздник – это очень нужно. Что бы ты пожелала своей мамочке? Счастья, здоровья, чтобы у нас была быстрее собака. Много добрых слов звучало со сцены в адрес представительниц прекрасной половины человечества. Поздравили жительниц города с Днем Матери и творческие коллективы Губкинского. Екатерина Склюева, Илья Квасов, новости Губкинского.